маленькое бонусное видео о том, как мы будем учить нашего капского баранчика выходить из своей крепости. Мне не очень нравится, что его идеология сейчас «моя хата с краю, ничего не знаю», поэтому мы будем его приманивать пищей. Вот я сделал небольшой проемчик, отодвинул дверцу, и поэтому мы будем его выманивать вот таким вот червячком за фокуса. О, как он любит подниматься. Но здесь у нас выхода нет. Поэтому надо двигать сюда. Давай, давай. Он уже выходил пару раз. Вот молодец. Ожидаем. Что же он будет делать? Скорее всего, пойдет домой. Обнюхает здесь всю местность. Осмотрит географию. Подумает, что это за фигня. Где это я? Поэтому возвращаемся домой. Думал, что съедобные, а нет. Да, ручка дверцы несъедобная. Вот он дома. Шуршание двери его привлечет, но мы его долго привлекать не будем, чтобы не вводить в заблуждение по поводу ужина.